В служениях ваших все не так. Услышала упрек в лицо недавно. И что с того? Казалось бы, пустяк, а мне вдруг захотелось плакать. Правда? Нет, осудили не меня одну, всех нас и наше Господу служение. Вы слышите? Нам бросили в упрек, что не такими быть должны общение. Я не хочу, чтобы осуждал нас враг, чтобы он искал ошибки и изъяны, чтобы говорил, что все у нас не так. Я не хочу на церкви видеть раны. Но враг был прав, отчасти, не вполне. Он показал больное наше место. В служении Богу и тебе, и мне так трудно говорить, когда мы вместе. Мы прячем где-то там внутри слова, которые сказать бы громко надо. Что? Пастырь виноват? Не виноват. Он хочет, чтобы с ним мы встали рядом, чтобы каждый на служение что-то нес, и кто-то сокровенным мог делиться, и кто-то рассказал, какой Христос, и кто-то вслух мог помолиться. Встань, расскажи всей церкви о себе, о том, как ты нашел в Иисусе счастье, о том, как помогает Он тебе. В служении Богу примешь ли участие? Не может быть, что нечего сказать, не может быть, что поделиться нечем. А если слезы на твоих глазах, то церковь боль твою возьмет на плечи. Скажи, как возлюбил тебя твой Бог, как проводил через горы и долины, как познаешь ты Божию любовь, и пусть рассказ не будет очень длинным, но в нем живая нить, живой Христос. А там, где жизнь, там реки благодати, а там, где жизнь, потоки жарких слез, а там, где жизнь, там Иисус распятый. Не прячь того, что в сердце, доставай, у дьявола мы выиграем битву, пусть Бог благословит твои слова, пусть Бог благословит твою молитву. Не надо, не молчите, знает враг, какой урон для всех молчание ваше. Он снова бросит, все у вас не так, и будет поносить служение ваше. Я не хочу, пусть враг закроет рот, а мы соединимся в тесном круге, пусть каждый на служение принесет то, что поддержит пастырские руки. И пусть каждый спросит у себя сегодня сам, а я, что я принес сюда сегодня? И да благословит тебя, меня, любовь Господня. Аминь.